Я знаю, да. Тут... Уважаемые читатели и гости, через несколько минут мы начнем нашу встречу и презентацию новой книги. В гостях у нас сегодня Дарья Бабылева и «Неучтенная планета». Встреча интересна будет любителям хоррора и, возможно, и каких-то других направлений художественной литературы. Будьте, пожалуйста, активны, вопросы задавать можно и нужно. Поднимайте руку, я к вам с микрофоном с удовольствием подойду. Также хочу объявить, что автограф-сессия будет проходить выше этажом на стенде АСТ издательства, где автор в удобном месте подпишет вам книги, если вы того пожелаете. Давайте поприветствуем нашу сегодняшнюю гостью. У нас в гостях Дарья Бабылева. Даша, ваш микрофон на столике. И так как вы далеко от нас всех, маску, наверное, можно снять. Ну, хотя бы спустить. Здравствуйте. Здравствуйте. Если хотите, несколько слов перед началом. Или давайте начнем с вопросов, как удобно. Наверное, давайте с вопросом, потому что я до сих пор не знаю, что можно говорить, кроме того, что вроде как уже написано в книжках. Понятно. Поэтому давайте начнем с простого вопроса. «Неучтенная планета» — интересное название. И говорят, что заложен интересный поворот. Книга как бы намекает на то, что это научная фантастика, но только притворяется ей и маскируется. Вот давайте немножечко об этом, ну, в рамках того, что можно рассказать, чтобы не спойлерить нашим читателям. Ну, вообще, изначально книга называлась по-другому, потому что это часть задуманной трилогии, до сих пор недописанной, которая называется «Как исправить Вселенную» в общих словах и трех частях. И часть первая называлась «Как достичь душевной гармонии». Но издатели сказали, что это однозначно положит на полки с эзотерикой. Это будут покупать дамы, значит, которые хотят медитировать, заниматься йогой и всячески достигать душевной гармонии. И книжку пришлось срочно переименовывать. А так как там действительно присутствует некая планета, которой нет ни на каких картах, то есть неучтенная планета, то книжка получила вот внезапно просто... уже практически в верстке, она получила свое второе название. Так, что насчет сюжетного поворота? Говорят, что маскируется она у вас под научную фантастику. А что не дает ей стать sci-fi? Вот так ну, потому что, как я считаю, я ее всегда искренне называла антинаучной фантастикой, потому что ничего именно что научного, как сказать, подтвержденного законами физики, робототехники и так далее, там нет и быть не может. Ну, то есть это ваша фантазия от и до, и не опирающаяся ни на какие научные факты или... Да, она вместо научных фактов, она скорее опирается на какие-то любимые миры, которые вот мы все так любим с детства. Она опирается на миры Рэя Брэдбери, она опирается на миры Филиппа Дика, она опирается... ну, я надеюсь, я не один тот фанат «Доктора Кто», который, да, в общем-то, изначально, пожалуй, ну, можно сказать, что на написание всего этого безобразия меня сподвигла как раз любовь к этому сериалу, потому что я подумала, ну вообще очень сложно жить в России и не писать абсурд. А «Доктор Кто» настолько абсурден и фантастичен, почему у нас такого нету? Оно же вот оно. И, ну, ничего про Россию там нет тоже. Там даже людей особо нету. Главные центральные персонажи — это не люди. Вот так. Ну, это понятно даже с первых страниц, наверное, книги. Кто ее успел открыть, может быть, пролистать. Скажите, пожалуйста, Дарья, а
Вы упомянули, что это задумывалось как трилогия. А так и осталась эта задумка? То есть это первая книга из трилогии? Да, это первая книга из трилогии. Потом вторую часть я ее переписывала, честно скажу, по-моему, 5 раз. То есть вообще я ее писала, это была такая моя guilty pleasure. Я писала ее исключительно для себя. Я тогда была еще зарегистрирована на прекрасном ресурсе Diary.ru. Я выкладывала главы там, сбежались какие-то сумасшедшие. Вот. Всем очень нравилось. Как она разрослась, я сама не понимаю. Потом текста стало слишком много, я поняла, что, видимо, это придется раскладывать на 2 части. Потом это, видимо, придется раскладывать на 3 части. А сейчас я уже не знаю, вторая часть, она написана только единожды, то есть вряд ли она из себя будет представлять, если ее, конечно, издадут что-то похожее на теперешний вариант. А третья часть, она, честно скажу, она еще не дописана, и я не знаю, на что она расползется. Ну, есть еще время, видимо. Давайте, я надеюсь. Давайте читать первую. А есть ли вопросы в зале? Я буду периодически к вам обращаться. Так, я вижу вот за столбом немножко не всех. Буду внимательно смотреть. Если есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку, и я с удовольствием к вам подойду. Вопросы могут быть, я так думаю, что, Даш, вы не будете против не только по неучтенной планете, которую мы сегодня презентуем. Вот у нас в Юрки также, да, кто знаком уже с этой книгой, предыдущей, за которую несколько премии вы получили, и у нас любые вопросы, пожалуйста, к автору приветствуются, поднимайте руку, я буду подходить. Пока не вижу, ну давайте тогда продолжать. Скажите, пожалуйста, Дарья, как вы относитесь к космосу, к этой теме космоса сами, и хотели ли бы вы, ну такой детский вопрос, хотели бы вы, может быть, сами там побывать, как вот выглядел бы ваш космос, или то, что вот вы бы хотели, и вы переносите в свою книгу, это так или нет? Ой, я бы хотела побывать в космосе Джина Роденберри, в космосе, кто там у нас второй, Вавилон 5 у нас, кто? И мне все время вылетает из головы имя, фамилия этого прекрасного создателя. Нет, в настоящем, я думаю, не хотела бы побывать, там страшно и холодно. И есть подозрение, что он необитаем, но если инопланетян нет, то это как-то было бы очень подло с их стороны. Я все-таки надеюсь, что они существуют. А так... Я не знаю, мне кажется, что после спутника, после первого полета в космос, после высадки на Луну, как назывался тот мультфильм, да, мы не можем жить без космоса. Ну, правда, не можем мы все. Спасибо большое. Я позволю себе маленькую цитату. Значит, ну, это не цитата даже, это аннотация к вашей новой книге. Психотерапевтичный, умный, полный юмора, ты. Вот психотерапевтичный, вы согласны с этим определением? То есть это, когда читатель берет вашу книгу, да, смотрит, то есть можно надеяться на то, что как-то настроение его улучшится, несмотря на то, что вы упомянули, что пытались описать такую, ну, российскую завуалированную некую действительность. Нет, не российскую действительность. А скорее передать градусы накала абсурда, я бы абсурд. Сказала так. Угу. Так это то будущее, когда нет уже ни России, ни Великобритании, ни вообще никаких стран, и даже Земля, она там, конечно, где-то маячит, как материнский мир на далеких горизонтах, на задворках, но даже не факт, что она есть. А что касается психотерапевтичности, я боюсь, что это будет страшный спойлер. Но она где-то на, наверное, 2/3 состоит из психотерапии, только не человеческой. Ну, это интересно. Пожалуйста, у нас есть вопросы из зала. Да, я, наверное, удержу. Спасибо. Дарья, а вот скажите, предыдущая книга все-таки хоррор. У нее есть, ну, известно, большое количество поклонников, своя сложившаяся там субкультура уже практически вокруг этого. Я не знаю. И вы, собственно, практически олицетворяете в настоящий момент, ну, так, лицо нового... Да-да-да-да, не пугайтесь. Кошмар какой. Олицетворяете, да, лицо нового российского хоррора. В связи с этим вопрос. Вот новая книга написана в другом жанре. Вы очевидным образом... Не боитесь ли вы, что, собственно, эта самая
как-то фанатская тусовка, да, это ваши поклонники предыдущей книги будут удивлены, я не знаю, как-то вот разочаруются этой сменой жанров. Вот не было ли у вас испуга по этому поводу, какого-то опасений, вот, собственно, переходить из жанра в жанр? Что касается испуга, это вообще мое нормальное постоянное состояние. Вот. А переходила из жанра в жанр я не намерена. Эта книга написана раньше, чем я увлеклась страшилками. Ну, можно считать, что, значит, страшилки, они олицетворяют мои неврозы и питаются ими. А это и депрессию. А это, соответственно, уже состояние гипомании, когда мы видим иные миры, все яркое, красочное, нас куда-то там колбасит по разным планетам. А что касается реакции аудитории, я заранее в ужасе и на их месте. Я бы удивилась, это мягко сказано. Вот. Но, честное слово, это не моя вина. Я в какой-то момент поплакалась в Фейсбуке, что вот, значит, я устала писать страшилки. И у меня есть антинаучно-фантастический роман. Я его называю исключительно роман. И я его нежно люблю, это мое такое любимое полоумное дитятко. И вот, значит, я бы лучше занималась им, но я не знаю, куда его девать. И тут Александр Прокопович пишет мне в личку: «А покажите мне». Я отправила. На тот момент я была слабо знакома с Александром Прокоповичем. Я думала, что он один из редакторов в «Астреле». Когда я узнала, что он главред, я облилась холодным потом. Я очень жалела, что нельзя там как-то нажать на отмену и выкачать этот роман обратно. Но после этого он написал, что: «Даша, я вас поздравляю, он очень классный, давайте его печатать». Так что, если что, это не моя вина. Я перекладываю ее на широкие плечи Александра Прокоповича. Спасибо большое за ответ. Вы предвосхитили тоже мой вопрос, практически один в один. Пожалуйста, еще вопрос из зала. Спасибо. Да, конечно. Добрый день. Задам такой вопрос, возможно, смешной. Я знакома со многими, ну так исторически сложилось, людьми, которые хотят стать писателями. Это такая современная всеобщая болезнь, да. Но они как бы ими не являются, скажем так. Вот мне интересно... У вас был какой-нибудь, вот, во-первых, сомнение в себе? Или вот когда вот я писатель, Дарья Бабулева писатель, когда вы это почувствовали? Я это не чувствую до сих пор. Вот, это до сих пор вызывает у меня какое-то отторжение вообще, когда мне нужно... У вас самозванец как бы вот живет, да? Да, вот то, что нужно вот там в какую-нибудь автобиографию перечислять регалии, что я писатель. Какой я нафиг писатель? А кто вы тогда? Вы когда пишете, это что такое? Я Даша Бабулева, я работаю в букинистическом магазине, продаю книжки, мне хорошо. Ну, так, ну, пописываю иногда, но это такое хобби. И почему-то вот некоторым нравится это почитывать. Вот я к этому как-то так отношусь. Понятно. Потому что я знаю писателей, которые в себе просто не сомневается вот никогда. Я очень жду, сейчас была на втором этаже, там вот как раз выступала такая женщина, она не сомневается в себе. Мне кажется, надо быть именно таким. Нет? Мне кажется, что нет, потому что вот эти вечные сомнения в себе, они, конечно, страшно мешают. Они мешают в том плане, что они очень сильно накрывают такой прокрастинацией. Когда ты сидишь и думаешь, текст должен быть идеальным или не быть, и не пишешь. Это с одной стороны, но с другой стороны, эти сомнения, они постоянно заставляют тебя пытаться прыгнуть выше головы. А пока ты пытаешься прыгнуть выше головы, ты все-таки как-то растешь и развиваешься как автор. Вот называть себя автором меня не вызывает такого отторжения, как называть себя писателем. И мне кажется, в тот момент, когда автор считает, что я писатель, еще хуже, я большой писатель, и значит, вот это мое призвание, я его нашел, все, это вот тот потолок, по которому он так бздынь тыковкой, и все заканчивается. Мне кажется, так. Понятно. И второй, если можно, вопрос. Ну, скажем так, опять же, случайно наблюдаю за некоторыми, сейчас такая волна как бы такой псевдокритики идет, которая называет себя альтернативной критикой, и, ну, такая как бы, ну, я думаю, вы сейчас поймете, о чем я. То есть они как бы критикуют там все подряд, говорят, что ничего не надо читать, там какие-то фотографии рассматривают и так далее, и тому подобное. Мне интересно, вот по поводу страхов. Вот, например, критика, как вы к ней относитесь? Боитесь ли вы ее? Она вам как-то вот... То есть вот вы пишете, думаете, боже, кто это прочитает. Да, именно так вот, я и думаю, да. Понятно. Но и все равно пишете, получается. Ну, как бы... Вот тут присутствует мой папа, Леонид Борисович
Бобылев, вот он сидит в синей маске. Он мне как-то сказал, что он композитор, декан факультета композиции, я все правильно говорю. Он мне как-то сказал, что вот то, что мы называем творчеством, вот этим, опять же, высоким словом, это такое свойство психики. Это как, сколько у нас сейчас чувств? 6 официально. Но это как 7-е чувство. Оно либо есть, либо его нету. А если оно есть, ты с ним ничего не поделаешь. Даже если ты будешь бояться, даже если ты будешь прокрастинировать. Вот у меня самый длинный такой творческий кризис после литературного института, когда, естественно, стало понятно, что ну, я никогда не буду писать как классики. Ну, кто я вообще? Он длился 4 года. Все равно прорвало. Так что... Ясно. Спасибо большое. Спасибо большое. Есть ли еще у нас вопросы в зале? Пока не вижу. Даша, тогда я продолжу тему, которую вот начала наша читательница. По поводу работы. Вы говорите, что пописываете вот после работы какой-то, которую считаете, возможно, для себя пока основной. Вот как этот процесс у вас происходит для тех писателей, которые или начинающими себя считают, или только собираются стать? Вот в день я должна написать там 2 страницы или... А вот у меня есть сегодня вдохновение, я напишу там, сколько напишу. Или прорвало, я пишу 10, не останавливаясь. Вот как вы пишете? Так, ой, это очень интересный вопрос, потому что, как у всякого невротика, у меня полно сложных ритуалов, связанных в том числе и с этим. Это тоже очень интересно. Да, возможно, я кому-то помогу. Значит, что касается вдохновения, оно бывает настолько редко, что ждать его, ну, это литература должна быть уж совсем хобби, что там раз в год тебя может прорвать, и ты напишешь рассказ. Это так ты напишешь очень мало. Ну и даже не факт, что хорошо, потому что многое из того, что написано по вдохновению, ты прям вот пишешь, и тебя прет. Потом ты перечитываешь, еще вот когда еще свежо ощущение, что тебя перло, тебя прет опять. Потом ты это пересматриваешь. Господи, тут дырка, там ляп, тут вообще все скомкано. А то, что пишешь из-под палки, иногда бывает очень хорошо так выстроено, и люди не верят, что ты написал это вот буквально пиная себя, что я должна дописать. А что касается вот этих вот процессов, как сейчас говорят, писательских практик, я завела себе на телефоне трекер времени. И когда я сажусь, значит, за свою писанину, я его включаю. И выключаю, соответственно, когда я из-за нее выхожу. То есть я могу искать какие-то вопросы по матчасти, а не писать. Я могу ковыряться полчаса с одним и тем же предложением. Но у меня вот сегодня 3 часа я отработала, честно отработала. Это мне показывает трекер. С одной стороны, это снимает вот это ощущение, что как же, я же вроде как сегодня работала, но при этом я написала 0.5 странички. Ну что это такое? А с другой стороны, это дисциплинирует. И мне кажется, вот система, что в день я должен написать столько-то знаков, она в этом плане хуже, потому что какого качества эти знаки будут? Если ты будешь вот это вот выдавливать из себя, вот насиловать себя, то ты в итоге придешь к тому, что ты будешь в том числе и бояться писать, тебе будет противно за все это засаживаться, это превратится в какую-то каждодневную пытку. Так я тоже пробовала. Вот. И да, мне кажется, что лучше всего ставить себе время. В «Юрки», собственно, я написала, это был такой эксперимент, что, значит, каждый свободный день я пишу по часу. А сколько за это время выйдет страниц? Да, час — это очень мало, я сейчас тоже думаю, что час — это очень мало. Но на самом деле нет, это довольно дофига. Еще помогает, когда именно печатаешь на компьютере, не знаю, как у вас, у меня бывает такое ощущение, что это вроде как ты уже печатаешь книгу. Ее вот могут прочитать и уже ничего не исправить. Этот текст, он хуже поддается правке. Мне еще помогает, я сначала пишу в блокнотик от руки черновой вариант. А потом я его перебиваю набело в компьютер, и, соответственно, у меня в этом черновом варианте уже подчеркано тут удлинить, тут добавить, тут мы имя героя внезапно поменяли. И это такая первая редактура, которая бывает очень действенной. Вот так я бы тоже советовала. И тоже это мы тоже засекаем, это тоже работа. Спасибо большое. У нас появился еще вопрос из зала. Иду к вам. Даш, а как рождаются образы, которые ты раскрываешь в своих произведениях? Ой, это очень сложный вопрос. Они вот как они как-то сами.
Это, ну, иногда, конечно, бывает, что ты встречаешь вот в своей жизни человека, наблюдаешь за ним и думаешь, блин, зараза, вот какой же ты противный, надо тебя убить. А убивать людей нам закон почему-то запрещает. И тогда ты пишешь страшный рассказ, в котором очень похожий на своего прототипа персонаж гибнет в страшных мучениях. Это, опять же, психотерапия. Вот, но так бывает довольно редко. А в основном, черт его знает, откуда берутся эти идеи. Это какой-то уже, это какой-то чисто интуитивный процесс, потому что вот когда ты перестаешь следить за своей мыслью, там уже начинается какой-то ассоциативный бильярд, какие-то шарики стукаются друг об друга, и мысли рождают смыслы на каких-то своих гранях, вот, собственно, тогда и появляются эти образы, наверное, так. Я не знаю, откуда они берутся. Спасибо большое. Следующий вопрос. Ой, спасибо большое, да. Еще раз. Вот. Ну вот все, о писательской кухне. Мне интересно, вы когда вот задумываете какую-то книгу или не задумываете? Вот у вас так бывает, что вы не знаете вообще полностью, о чем это, чем это закончится, например? Или да. Вот, то есть вот вы пишете как бы в потоке и не... Или вы пишете план, там вот это, тут, там, какие-то стрелочки, вот эти карточки, там, вот как-то. Я пишу очень много планов. Вот. Я пишу первый план, второй план, десятый план. Потом я понимаю, что это все неправильные планы. И в итоге, как правило, да, куда кривая вывезет. Вот опять же, когда я сочиняла в Юрки, вот присутствующие здесь мои дорогие родители, они, возможно, помнят эту прекрасную ситуацию, когда я шла к ним в гости. Я прибежала, тогда в Юрки были написаны примерно наполовину, но так как они из рассказов, я их писала в разнобой. Я прибежала, значит, и начала орать: «Дайте мне ручку, дайте мне ручку!» Родители обиделись, что такое, не виделись неделю, она пришла, орет, не поздоровалась. А мне по дороге осенило, что у меня вообще во Юрках происходит. До этого я это знала только очень примерно, а тут все, оно вдруг выстроилось. Так что планы планами, я очень стараюсь их выстраивать, но почти никогда им не следую. Понятно. И вот еще один, у кого что болит. Просто мне очень интересно. Что вы думаете о школах писательского мастерства, которых сейчас очень много расплодилось в наше время? То есть, в принципе, ну, конечно, такой вопрос, можно ли научить человека писать? Можно ли научить человека стать писателем? Или вот есть какие-то плюсы в этом? Или это только исключительно зарабатывание вот денег? И пошли ли бы вы преподавать в какую-нибудь вот такой подобного рода школу? Ну, я преподавала в Creative Writing School у Майи Кучерской. Один летом был интенсив. Правильно я говорю? Правильно. Вот. И я еще ассистент на семинарах для молодых писателей Союза писателей Москвы. И это такие две разные, как бы, два разных подхода, потому что семинар Союза писателей, он занимается с молодыми профессионалами. То есть вот мы прям смотрим, я там ридер, я отбираю рукописи, такой вот первый этап, когда мы отсеиваем графоманов и, значит, смотрим, пробиваются какие-то искорки или нет. То есть это один подход, когда как бы мы пытаемся, это как литинститут, мы пытаемся, значит, помочь, даже не воспитать, помочь профессиональным авторам, которые уже пришли с готовым текстом, они подают рукописи на конкурс, что-то в этом тексте подкрутить, возможно, на его основании написать вообще другой текст, или, в принципе, все сжечь и начать писать что-то третье. Вот, но это чисто профессиональный подход. А что касается подхода в Creative Writing School, то он такой мини-профессиональный, профессиональный, но более гуманный. Туда приходят люди, которые просто, да, вот им хочется писать. У них, возможно, даже нет ни одного готового текста еще. Они не знают как. А у нас есть такая проблема, что нас всех в школе заставляли писать сочинения, но никогда не объясняли, а как это делается. Вот этого самого creative writing, так распространенного на Западе в качестве, если я не ошибаюсь, чуть ли не университетской дисциплины, факультативной, правда, но все-таки это есть. У нас этого нет вообще. У нас людей никто не учит писать. Либо мы тебя учим писать, потому что вот у тебя виден талант, и из тебя может получиться писатель, либо иди гуляй. Мне кажется, это неправильно, и писательство именно как хобби, писательство как психотерапия, писательство как какой-то, я не знаю, как когнитивный контакт с миром, оно тоже имеет право на существование, оно обязательно нужно, и из этого может вырасти очень талантливый автор, который просто, ну вот, он не знал, что он писатель, он даже не знал, что он умеет писать. А потом пришел, ему объяснили, что все это совсем не так страшно. У нас все-таки...
у нас писательство, оно как-то очень, как это правильно сказать, элитировано. Оно вот куда-то туда вознесено, и значит, либо ты там, либо ты где-то внизу ползаешь. Мне кажется, что вот надо его спускать, и людей, которые хотят не только читать, но и писать, тоже туда поднимать, и как-то все это смешивать. И вообще вот эту элитарность, ее, которая идет еще с советского времени, ее нужно изживать. Ответили мы. Там еще была часть про зарабатывание писателями денег, каких-то больших. Будете отвечать, Даша, развенчивать мифы? Зарабатывание писательством денег? Не-не. Это голяк. То, что школы, сейчас этих школ развелось какое-то дикое количество. И иногда так смотришь, какие авторы, вот, значит, открывают очередную писательскую школу, думаешь... Вы как бы вчера плакали, что вас не взяли ни в один толстый журнал. Сегодня вы открываете литературную школу. Ну извините. Но, с другой стороны, пусть расцветают все цветы, потому что что-то из этого, безусловно, со временем отомрет, а то, что действительно живет, то, что действительно, вот как та же Creative Writing School, оно живет, оно создает вокруг себя сообщество, оно плодоносит. Вот такое оно остается. Спасибо большое. У нас есть еще вопрос в зале. Пожалуйста. У вас есть привычка всматриваться во все, что вас окружает? В людей, в мебель, в обстановку, даже в растения? Да, есть. А это всегда вам помогает или иногда отвлекает от работы? Нет, я бы не сказала, что это отвлекает от работы, и я бы даже не сказала, что это всегда помогает, но мне кажется, вот такая вот наблюдательность, но это какая-то часть литературоцентричной личности. То есть мы все наблюдательные. Спасибо. Продолжая вопрос читательницы. Даша, это правда, что вот видишь облако, похожее на парус, и пишешь себе в блокнотик «облако, похожее на парус»? Помните, нет. Это Чехова цитата, я пытаюсь цитировать. Нет, вот это неправда. А когда приходит в магазин какой-нибудь чудной человек, у нас много чудных людей в букинистическом, но вы можете себе представить, и говорит что-нибудь вот совершенно выдающееся, это нужно записать в блокнотик. Или вот не далее, как, по-моему, позавчера, я еще актрисой за кадром работаю, я поехала на озвучку. И, значит, студия озвучки, она в бывшем заводском здании, где-то на верхних этажах, мне долго объясняли, как дойти, доехать. Я вхожу в холл, бывшее заводское здание, красно-кирпичное. Первое, что я вижу, это очень грустный чернокожий человек с букетом цветов. Ну вот как такое не записать? Спасибо. Есть еще вопросы, да? Иду. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вы отслеживаете отзывы читателей, и как вы считаете, как писателю стоит относиться к этому? Надо ли мониторить, надо ли как-то на это реагировать, или лучше вообще вот отправить это в другой мир и не видеть? Нет, мне кажется, это нужно отслеживать так в общем массиве, иногда поглядывать, что там пишут. Кто же это мне сказал? На позапрошлой выставке книг «Красная площадь», к сожалению, не помню имени этой и дамы, она литературовед, исследователь, она сказала, что у нас сейчас страшное перепроизводство экспертов. Грубо говоря, у нас сейчас каждый алкоголик сомелье. Вот. И следить за каждым этим сомелье, что он там напишет у себя в Инстаграме или на Лайвлибе, это просто, просто глупо. Ответили мы? Да, и я вам позвольте процитирую одну из первых рецензий на вашу новую книгу, даже вот просто маленький кусочек. «С первой до последней строки не покидало ощущение, что я читаю старую, добрую советскую фантастику, созданную коллективным разумом Терри Пратчетта и Стругацких». Даш, скажите, приятно? Такие вещи читать вдохновляет это или нет? Очень забавно, особенно если учесть, что я в детстве практически не читала советской фантастики, не являюсь любителем Стругацких. Терри Пратчетта пыталась прочитать ровно треть книги. Но, возможно, рецензент, он, как сказать, считал общую идею, но тоже не буду спойлерить. Там же все на этом завязано. Да, спасибо. Еще вопрос. Дарья, простой относительно вопрос. А подскажите, как у вас посещают вдохновение, образы до обеда, после обеда, какие-то потрясения, не знаю, как вот вы свои...
А лучше всего это происходит, когда ты очень устал и собираешься спать. И тут у тебя бац, идея. И ты, господи, где мой блокнот? Господи, в доме холодно, надо найти носки, как свет включается. И, значит, стукайся в углы, ты добежал. В чем идея, забыл. Но что-то записал какие-то три слова, ложишься спать, думаешь, нет, опять задремываешь. Нет, господи, какая глупость была. О, вот так лучше надо дописать. И все это повторяется. Ночью еще. Вот лучше всего ночью, еще когда очень спать хочется. Спасибо. Еще вопрос? Я извиняюсь, что у меня столько вопрос. Вот мне интересно, вы следите вообще за современным, так сказать, литературным процессом в плане премий, номинаций? То есть вот читаете ли вы то, что сейчас побеждает в разных конкурсах? Или вы вообще, вот у вас нет там любимчиков каких-то, там, не знаю, вообще засоряете ли вы себе голову современной литературой? Вот да, ее очень много, и как-то так часто получается, что ты обжигаешься, потому что ты надеешься на что-то такое эдакое, а оказывается, что это либо не ты читатель этой книги, либо, возможно, она даже откровенный мусор. Поэтому если про книгу... А еще есть такой... Любимый современный писатель, да, любимый я подзвучу вас. Современный писатель. Есть ли у вас... Есть Людмила Улицкая, я ее очень люблю. Вот, конкретизировали вопрос, получили четкий ответ. Я, можно, его продолжу, если... перебила вас, наверное, Даша. Есть ли у вас еще любимые писатели из классиков? Может быть, на ком выросли? Может быть, то, что вот... Вас зацепило. Например, когда был карантин, и нам всем было тяжко, я с большим наслаждением перечитывала Филиппа Дика. И просто вот у меня было такое ощущение, что я наконец-то попала в его мир, и все стало на свои места, и я перечитала чуть ли не все, что у меня Филиппа Дика было в доме, а у меня в доме его книг очень много. Еще кого? Ой, я столько всех люблю. Это так сложно. По страшилкам одни, по фантастике другие, по реализму это еще нужно делить там на золотой век, серебряный век, на современных, на советских. Это все очень сложно. Я боюсь, что назову кого-нибудь не того. Ваше право не называть, пусть они останутся, да. Сейчас, например, я перечитываю, я нашла у нас в магазине совершенно замечательный сборник классическая английская готическая новелла. Там столько всего прекрасного, и я первый раз в жизни внимательно прочитала Генри Джеймса «Поворот винта». Ребята, он предвосхитил вообще все. Он предвосхитил всех этих Мартинов, все эти Лосты. Это так классно. Вот я его читала с таким огромным удовольствием. Когда-то я его так просмотрела вскользь. Гувернантка, привидения, дети, какие-то фигня. А сейчас прям вот с диким удовольствием читала. Спасибо большое. Меня попросили задать вопрос вот такой. О Лавкрафте. 20 августа он отметил свое 130-летие. Как вы относитесь к этому автору, если вообще как-то относитесь? Очень хорошо отношусь. Я его очень люблю. Это тоже один из авторов, на которых я выросла. И хотелось бы его поздравить. И хотелось бы понадеяться, что где-то там в мире гриболюдей, старцев, на хребтах в безумии им очень хорошо. Спасибо. Еще есть вопрос? Дарья, скажите, пожалуйста, как вы издали свою самую первую книгу? Но тут вопрос, как все-таки, что делать начинающему автору, если нет, допустим, вообще никаких связей, куда податься? Так, я могу посоветовать только по части хоррора, если это актуально, потому что жаль. Так, что давайте я еще посоветуем, потому что у нас идет видеозапись, трансляция, так, и кому-то пригодится. По части хоррора у наших страшильщиков, у них есть очень развитое сообщество, которое очень такое сильно своей взаимовыручкой и сильно всякой движухой. У них есть конкурсы, и, например, самую страшную книгу я попала в антологию сначала, подав рассказ на один из конкурсов. Они проводят открытые наборы рассказов. Вот. Еще есть журнал «Даркер», который тоже проводит конкурс «Чертова дюжина». И, в общем, очень многие авторы, которые сейчас публикуют уже полноценные сборники или романы, они начинали оттуда. А что касается не страшилок, литагенту очень не советую ходить. У нас сейчас, по-моему, профессиональных литагентов нет вообще, либо я их не видела.
Я бы советовала, если автор молодой, в смысле до 40 лет, я бы посоветовала ему обратиться на те же семинары СПМ, потому что там тоже существует некая система продвижения. Худо-бедно могут посоветовать, в какой журнал податься, в какую редакцию тыркнуться. Насколько я знаю, там в последние годы даже некоторых авторов, руководители советовали в какие-то серии каких-то издательств. То есть не то, что это гарантирует публикацию, но это уже что-то, автора кто-то заметит. Так что я бы советовала начинать, ну, собственно, я начинала точно так же вот с литературных семинаров, с конкурсов, с толстых журналов, опять же. Они кажутся, да простят меня коллеги по ним, уже таким отмирающим институтом, но на самом деле их достаточно внимательно читает литературный круг, состоящий из тех же редакторов, и в том числе из тех же издателей, и некоторых замечают там. То есть вы специально что-то написали для конкурса? Нет. Или так получилось. Вы продвинули уже что-то свое. Да, что-то было, мне прислали ссылку, что вот ты пишешь страшилки, а вот смотри, что есть, я туда отправила. Это была одна из новелл, которая потом вошла в состав Юрков. Ну, то есть, точнее, не потом, наоборот, я ее оттуда выдернула. В Юрки еще были не готовы. Вот, и она попала в эту антологию. Специально конкурсом, я знаю, что многие пишут, но вот честно, я не умею. У меня только если есть что-то подходящее, то... Ну, вообще конкурсы, да, я советую, как инструмент продвижения, это вполне. Спасибо большое. И я вижу, еще вопрос у нас есть. Наверное, это будет финальный вопрос или предфинальный. Такой странный вопрос. Даша, а вот вы вот как-то не можете ли сказать, вам пишется лучше, когда вы в каких-нибудь страданиях, вообще бываете ли, ну, наверное, все люди бывают в страданиях, в каких-то, я не знаю, там, встречах, расставаниях, каких-то метаниях, вот, рыданиях, или когда все тихо, спокойно, и вот вы осмысливаете предыдущий опыт и как бы вот пишете, вот, как, или вообще это никак не связано. Вот как вы думаете, мне интересно? Мне кажется, в метаниях писать сложно. То есть когда вообще какой-то вот у человека, не знаю, там тяжелый период, или, ну не дай бог, конечно, я имею в виду, ну понимаете, какие-то, может быть... В тяжелый период тоже может наступить некоторый такой момент ясности, когда вот тебе захочется это переосмыслить вот эта спокойная текст. Жизнь, она все-таки, мне кажется, в нее вообще невозможно что писать, такой сидишь. Или у вас бывает, или вы вообще это вот... Просто писатель — это человек, который пишет независимо ни от чего. Вот действительно, час в день, все, я пошла писать. Ну, в идеале, конечно, да. Так. В идеале час в день я пошла писать. Но вообще, конечно, лучше, чтобы было спокойненько, уютненько, нормальненько. По-моему, в метаниях вот только дорогие поэты умеют писать. Вот их там пометало, они стих написали. А у нас... нет, у нас это немножечко не так работает. У нас слишком это длительный, трудоемкий, требующий внимания, концентрации процесс. Может, конечно, что-то такое из этих метаний вылиться, но, скорее всего, это будет что-то такое близкое к верлибру, не знаю, к стихотворению в прозе, чем к полноценному тексту. Ну, по крайней мере, у меня так. Спасибо большое. Даш, и я задам, наверное, финальный вопрос. У нас выходит время нашей встречи. Скажите, пожалуйста, вот мы не так много поговорили о новой книге, но, видимо, еще потому, что мало кто ее прочитал. «Неучтенная планета», она чем-то перекликается с предыдущими, с «Юрками» или с какой-то еще книгой? Если да, то, может быть, вот еще два слова об этом. Не, вообще ничем. Вот вообще. Абсолютно. Вообще. Новое направление, новое все и новое вы. Но там только там привидения присутствуют, которых не рекомендуется трогать. А все остальное им нет. Вообще никак. Возможно, этим будет она и интересна вашим поклонникам и читателям, именно новизной некой вас. Ну, посмотрим. Конечно, очень страшно, но дай бог, что она смешная. Вот кто ее любит, юмористическую фантастику, тем рекомендую. Спасибо большое. Давайте поблагодарим Дарью за встречу. Раз, два. И у нас автограф-сессия, напоминаю, этажом выше на стенде АСТ. Это большой такой стенд, зелененький, с белыми буквами. Вы его найдете в центре следующего этажа. Там столики для авторов, вам подскажут, спрашивайте, если заблудились, или подождите, мы вместе пойдем, можно идти за нами. Если вы хотите получить автограф или какой-то персональный вопрос задать Дарье, то, пожалуйста, этаж выше на стенде АСТ. Мы вас всех ждем. Спасибо большое. По-моему, хорошо слышно было. Спасибо.